12 июля, дождь. Игорь Барабаш приехал, приспособления такие сделал. Вот на такой высоте. Хотели сократить, он говорит, не надо. И вот там на одной же пилюльке держится. Володя залез, прибивает. И дождь идет, я тут ладони закрываю. Сейчас опускать будем остаток. Одну установили благополучно. Это я веревку тяну, стою, вот у меня рука. Вот Володя опять на эту залез. Натяни ее маленько, Володя! Давай, бей! Вот Игорь привалил такие. Длинная, она у нее не берет. Утром была литургия. Мы пришли до обеда, все тут ворочили, убирали, уронили. А теперь он приехал прибить. Прибей на два гвоздя! Еще один! Я не пойму, еще нет гвоздей, что ли? Нету. Это по-нашенски, это американцы, фартуки. А мы во рту все держим. И главное, дождь идет. А еще один-то гвоздь прибил. Ты сразу прибивай на два гвоздя. На той другой стороне. Показать панорама какая. Вот дождь такой, гром гремит. Ни раньше, ни позже подъехал. Ребятишкам это все готовим, качели, тарзанки. А надо ли это? Сегодня пришла даже Серафима, 90 с лишним лет. Еще она идет. Она пришла и говорит, а где сегодня занятие? То есть занятия ну, не было, потому что не среди недели, сегодня среда. И она ищет занятия. Вот как народ приучен. Все, барабаш закончен. Отпустили его. Все, поехал. Сифрисов, без отказа. Специально наварил вот такую длинную. Трактор не приспособлен к этому. Ну, а мы тут остались. Вот Володя долбится там. Надо вторую накинуть. Вторую петлю хорошо прибить. Набери гвоздей побольше новых. Вот это вот, где кусты растут. И вот это вот пространство идет. Оно было все такими же высокими кустами, падала тень. И мы вчера, считай, ночью только с Володей закончили. Надежда Васильевна, это огородчик. Она встала утром-то, она жаловалась, тень большая. И вдруг чистота такая, она поверить не могла. По вере вашей, да будет вам, говорим. Ну вот вырубили, а там корни-то остались. И уменьшила переулки площадь покоса. Но если бульдозер будет, может договориться, он и корни эти вырвет. И тогда увеличится площадь покоса напрямую. А то он объезжает, объезжает эти пни. Мне что-то не нравится, у нее наклон нехороший. Наклон. У всей конструкции. Хотели уменьшить, а Игорь, не надо, там уже все готово. Ну, прямо в эту вбивай теперь. Вторую шайбу там надевай, эту петлю. Надо по две сделать, оно будет держать тогда. Вот так, можно сказать,
зацепились. Вот интересно, какая погода. Все гремело, гремело, гремело. С обеда. Ну, в 10 только на сегодня после службы. Завтрак был, на 3:30 отнесли. Алеша крышу кроет так. Из бревен. И бревна все эти краном поднимали. Огромные бревна. Вот, возгремит Господь. И все исчезнет. А вот на востоке тут чисто. Это напротив. Это, дать капли дождя попали на экран. Сейчас я попробую протереть. Дождик слабый брызжет, и все равно неудобно. И все на этом. Ну а дальше, чтобы не перетирало, вот взяли толстые, прямых не было, березовые нашли. Ну, специально я принес палку, отмерили. И вот таких две, и укосины. Вот одна сверху, теперь она лежит, а с ней будет стыковаться вторая дальше. Это на тот случай, что если перетрется, то перетрется не балка, а только вспомогательная. Этот раз мы решили сделать так. А там это косина, укосина. Но сначала он просверлил, вот называют шуруповер. Вот. Ну а какого диаметра тут? Я не знаю, диаметр-то 5 или больше, 7. Так, забивай оттуда все. Сейчас я ему подам готовые кольца. И как закрепить. Пока гвоздями. Готово. Готово? Да. Сейчас я тебе подам тарзанку. Вот Володя теперь спустился и укосину не пошел гвоздь. А ты ее не вытягивай, в этот выправляй. Лестница тоже неровно стоит. Возит, и 100 раз забивались. Выпрями маленько-то. Так, на этой стороне все закончено. Лестницу убираем сейчас на левую сторону. Там старые гвозди еще заметил. Так, слушай, тут укосину надо. Укосину. Куда-то? Конечно. Давайте. А? Давайте сразу сделаем. Сейчас я сделаю. Никого нету снимать. Прерываю все время. А сколько грачей? Туши. И все, куда летят, это приближается непогода. Синяя там вот, горизонт. Только что прошел тоже гром, дождь. Ну, посмотрим, что будет. А теперь укосину поставил. Видите, какая горбатая. Мы промазали ее отработкой. Отработкой. Закопали в землю. И вот теперь Володя залез по лестнице и прибивает ее, чтобы раскачки столбов не было. Надо замерить высоту эту. Володя, а? От высоты балки сюда замерить, сколько будет высота столба качели. Это качели на 2 человека. Тут проволока восьмерка. Восьмерка. 8 миллиметров. Вот здесь. Ну тут заменить придется на старенькие сиденья. И там второе. Сразу 4 человека. Любого веса. Там по центру люди садятся. И, вот. И тут стол. Будет тарзанка на 2 стороны.
Вот это здесь тарзанка будет, и там он старая висит. Там кое-что менять надо. Также упоры сделать. Все своими силами. Ни рубля государства-то не обходится. Ну, конечно, надо волонтеров этих иметь. Все. А тут для самых махоньких сделана качеля. Ну, она вон, она внизу, видать, ее. Маленькая. Вдвоем садятся и качаются. А вот это колесико, это самоподъемник. Ну, несли веревку там. Садится в нее, и, как правило, начинают друг друга поднимать. Этого нельзя делать. Ну, а дальше вот этот канат, толстый канат был, толстый, учебный. И из осины сделан вот такой шест, по шесту лазить, осина, занозы никогда не бывает. Турник, турник один, и турник здесь второй, поменьше. А там столик, с которого доставать можно, вот, когда веревочка вылетит. А там сделаны брусья. Видите, из чего сделаны брусья. А там рукоход, как лестница сверху прибитая. И они любят болтать, все ребятишки. Вот так. А тут вот скобочки им прибили, чтобы легко было залазить, вдергивать, когда веревку выдернут. Тут рядом оградка. Идут коровки туда-сюда. Вчера заменили воротца. Что наклонено, это не по уровню, ну просто разваленные были. И калиточки. А это у Любы приходят гусята. Я ей задаю, сегодня она в церковь пришла, Люба, у меня загадка. Какая? Я говорю, прихожу после моления домой вечером, а у меня были гости, любимые мною. Я их зову теги. Вот, любимые мною. Я не знаю, говорю, кто из них женского пола, кто мужского. Она удивляется. Я говорю, около 17 штук. Она еще не поняла. Я говорю, и так им понравилось на моем крыльце деревянном быть, что они и в туалет не пошли, прям тут и оправились. Около 30 сделали сидок по мету. И зайти даже невозможно было. Ну, я взял метлу, все смел. Она догадалась, это мои гусята. Конечно, твои гусята. Там Леша идет. С Ириной остановился. Вот. Конечно, разговаривают. Около дома повернулись. Может, специально повернулись, отвернулись, чтобы их не видели. Стояли-то лицом сюда. Все боятся съемок. Это Лешин дом. Крыша какая, вообще чудо. Смотрят на меня. Ну, вот так. Ну что, Володя, на этом переходим на эту сторону, давай. Сейчас, подожди. Гвозди не выдерживают. Вот перешли на другой столб. И на него только кое-как положили это, он наполовину в стороне. Вот оно видно, где стоит, и бревно съехало. О, Володя поднимает его. Так, ну и все, Володя, больше ничего не надо делать. Начинай закреплять. И она как будто бы та железяка, железка у тебя слабенькая. На 200 гвоздь прибивай. И обматывай, туго натягивай. Еще потом отдельно сделаем тяжи эти. Без Володи никуда бы тут. Шагу нет. Большим надо тебе дырку пробить, а потом маленьким. Это хомут. Все, пробил. Теперь меньше гвоздь. У тебя новый этот гвоздь-то? Нет. Ты бери новым, выбивай, а старым что ты пробьешь?
нормально. Новый большой возьми, Володя. Не трать время зря. Ну давай второй накидывай тяж. Добрый день. Это Нина Васильевна, с кем же она это? Кто-то приехал. Ли, мама. А, ее мама? Да, да. Этого Ангелины? Да, да, да. А, я не вижу, потому что лица-то не видать. И потом снизу пробей через столб двумя гвоздями с обоих сторон. На 200. Прижимаю молотком ладом и сразу прибиваю ее к верхней. Вот так, гвоздь за гвоздем, притягивая ее, и пойдет еще повыше залезть. У нас сейчас вспоминаю, тут был Николай Киличков жил, где-то Алексей строится. Ну и когда мы первый раз вот эти качели огромные строили, и он напротив остановился, долго стоял, что для него не свойственно. Кажется, жерновами мозгов ворочал, что он думал. А потом слышим, он говорит, уедем куда мы там, Мерке, то там сделает он так же, чтобы дети приходили, сделает площадку. И дети будут приходить. И сделал, приходили, никто, ни один, ни... Вот уже материал, желание, лазит тут, как обезьянка, туда-сюда. Вот сколько ты это как-то замерил бы? Замерил. По частям или как? Высоту вот этой балки. Ну, если сейчас здесь точно так же будет укос. Ну вот так. Ты сейчас прибей балки, а потом, когда балки прибьешь, снизу гвозди прибей на 200-ку. Или сколько там, задержать балка, чтобы она не рухнула. Все старое, и Бог миловал. Для пробивки всегда имею новые гвозди, совершенно новые, большие. Все, Володя, бери. Еще выдергу повесил где. Бери балку. Сейчас, сейчас. Здесь не просто так, тут на подшипниках все. Кажется так, как скаламбурили, а на самом деле это, ну, проволока восьмерка, представь себе. Восьмерка, это
Очень крепкая. 8 миллиметров арматуры. И там тоже он сделано. Тоже подшипники. Все барабашным давал. Вот эти вот самые. Еще не смазываем, еще, потому что не каждый день качается. Так, не взять тебе, да? Сейчас. Тяжело очень. Давай, ты лезь туда, я тебе подам. Подожди, Володя. Не, я возьму. Что, вытащишь? Ну, попробуй, смотри, не рухни. Вот Володя как карабкается. Она тяжелая, березовая. Толстым концом на этот конец. Она у тебя не туда пошла. Сейчас, я ее испробую. В случае чего все бросай и старайся правильно приземлиться. Разворачивай ее. Дальше, дальше, дальше. Ну, там пока прибьешь. Один, два, прибей посередке, а потом веревку сбросишь. Еще надо тянуть. О, все. Это в сторону так далеко от этого, потому что, чтобы об столб дети не ударились. Там просверлил Володя сначала. Все, бей. Это для того бьем сверху, чтобы ее истирало кольцо. А когда сотрет, другую поставит, чтобы сохранить основную балку. Еще если одну прибьешь где-то, то это хорошо. И сразу укойся. Но мы ее переставим на угол здесь. И ты тут прибьешь и сразу повесишь тарзанку. Все. Там большие забивай только гвозди, большие. Занятия закончились, дети уже сами себе предоставлены там. Ну да. А я иду по делу. У меня ну и понятно. Бывает. Это Надежда Васильевна, учительница. Целый день с детьми сегодня занимается. Придет маленько на огород. Чё? Который без шляпки был. Без шляпки? Ну загни его. Вот я его загнул. Ну давай тут. Тут тебе не попасть далеко. Это береза трудная, но он сначала просверлил отверстие. Ну и гвозди тут на 200, и тут все. Ну теперь что тебе? Надо брать эту, укосину. Сейчас я подам, Володя. Давай. Это шуруповерт. Оказалось, дырка промахнулась мимо, и теперь наверху. Я полез, и Володя дотянулся до него, до шуруповерта. Я назад, мимо. Потому что лестница не выдержит. Дряхлая, старая, новые делать не из чего. Вот она какая лестница. Вот как подкопали под нее, чтобы выровнять. А Володя сейчас крутит шуруповертом.
туда гвоздь загнать, потому что это береза. Ее если расколоть, то тогда все, она никакой державы не будет. А так гвоздь уходит, а это внизу сосновая. В нее зайдет легче. Ну все, довольно. Не тянет, да? Старается вытягивать. Из Володи тут хана была бы. Никита работает у Виктора Савченко, Сергей там и Владимир Галендухин. Сарай строит для живности местному учителю. Прошло, нет? Главное, опилки в рот летят мне. Я повернулся назад и не вижу. Все, бей, дальше пройдет. Дальше пройдет. Шуруповерт в карман, старый гвоздь ржавый выправляет, гвоздей-то нет, все покупать надо, не прогресс, как-то строился же. Я тебе сейчас подам скобу и тарзанку. Все, пока. Вот поставили вторую укосину, насмолили. И первый, кто пришел, качается. Вот то крутить, мотаться нельзя, остановись сразу. Поворачиваться нельзя, она сразу веревка рвется. Это у нас Илья Петеримов. Он входил и все время спрашивал, когда будет готово. Все интересовался. А сейчас, видишь, как? Она была, он говорит, задевала, а сейчас я ему подвязал. Эх, как он, как пташка летает. Последнюю укосину Володя ставит. Ну и дальше еще замысл, это не все. Лестницу перетаскиваем. Видите, как это одна тарзанка, а их четыре. И качели фактически уже готовы. Вот как она выглядит вверху. А там и березы сделали специально, чтобы по ним крутилось вот это кольцо. И как и затрет его, а это будет целое. А то она и так уже надломлена. Так-то поворачиваться нельзя. Постарайся держаться, иначе она веревка порвется. Я и так уже веревку измусолили. Во! Рукой держись за это кольцо железное. Вот так. Ну вот поставили последнее. Кольцо тоже тут поставили. И вот это мы ее разделили, чтобы толстая была. Вот она посередке раздвоенная. Береза. Володя передвигается, чтобы второй рог прибить, вот, затыскивать. Все, Володенька, слазь. Сейчас, сегодня. И вот теперь что? Это очень большой размах. Ребятишки-то взрослые, качаются. Ну, вот между ними я сейчас шагами могу замерить. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь. 7 метров между этими столбами. Володя, замери высоту. Ага. Просто возьми там, подцепись за нее как-то или как. А ты здесь 200-ку забил снизу в столбы? Так забей. Как в тот столб. 200-й новый. Новый возьми гвоздь. Совершенно новый. Подоткни его. Да мало того, можно стоять с другой стороны. А там у меня голуби. Я их перенес. А там остался один голубь на первой голубятине. Это все время прилетает. Видимо, у него там кто-то родственник. А тот с той стороны воркует, его видно через стекло. А этот мечется. И открыть нельзя, те уйдут. Я их перенес туда, 31, с первой. И вот что тут я прибил, между собой соединил их. Тут тоже укосины сделаны. Замерь мне ее высоту. Между ними 7 метров. И вот доски прибиты. А дальше-то что доска? Она винтом пошла. Ну, еще непогода и прочее там. Там не под каким. И вот это между собой. Сейчас я придумал ровно посередине, через 3,5 метра. Вот здесь поставить столбы. У меня есть столбы. И между ними вверху сделать перекладину. И в них тогда упереть в эту перекладину каждый из этих столбов, вот, которые есть. Тогда она раскачка не будет. Вот он уже на этой стороне качается. Он на той стороне качался, сейчас на этой тарзанке. Это низко ему как раз. А тут вот они качаются со столика. На столик вот на этот залазит. Тоже отремонтировал его Володя. И вот. Володи не было, когда мы первый раз сделали. Это Виктор Савченко, помогал Игорь. Ну, это уж больше 10 лет. Да. И вот теперь сгнило, он тебя убрали. Я уже 10 лет. А? Я уже здесь 10 лет. Я. Ты 10 лет? Ну вот, до тебя было больше 10 лет. Больше 10 лет. Ну, 26 лет восстановления Потеряевки. Видишь, они как качаются. А она там вверху кольцо трет. Ну а как по-другому? Никак. И вверху там еще кольцо в кольцо. И держится. Ребятишки очень любят это. Видишь, он летает как. Вот иногда они... Видишь, там рукоход есть. Детям все. Это Надежда Васильевна. Домик. Тут в прошлом году, когда пришлось бежать, полиция приехала. Они тут у ней ночевали, жили. Дети. Скриник здесь были. Все было хорошо. А это вот первая голубятня, номер один. Она у меня сползать начала после урагана. Ну, а братья сейчас ее закрепили. За счет того, что вот эти укосины притянули к столбам. Роман прожег в них отверстие. Все, слазь. На этом все сегодня. Больше ничего не надо. Теперь все надо разобрать. Лестницу мы даже можем где-то спрятать. Нет, она не нужна будет уже. Хотя вот эти вот доски-то снимать, наверное, нужно будет. А столбы поставить надо. Глубоко закопать, просмолить, и они тут больше 10 лет будут стоять. Посредине вот здесь, через 3,5 метра. И вверху их соединить. А вот он, Илюша, сел, видите? Но он маленький, не достает. Раскачивайся. А садятся две большие, два мужика. Тут у меня качались, я назвал раскачка. Качался здесь... Андрусенко был Александр и Степаненко Максим. А я сзади раскачку делал. Это даже нужды нету. Тут вот ограждение сделано, чтобы никто не заходил. Иначе ударом его сшибут и повредят. Но все равно иногда перескакивают. А здесь на возвышении, там ямка чья-то была или что-то. Вот он где. Он один по деревне ходит, у нас так не принято. Но он из города приехал к бабке.
к тетке своей, Людмила Петеримова, а это ее сын Сергей. Ну что, все? Остальное прятать надо. Доски где-то прибить. Так, доски прибить надо? Какие? Ну а какие вон лежат под низом-то? А. Ограждение-то? Ну. А то это по несколько гвоздей небольших вбить. Ну все, тогда давай.